Оставаться на связи даже в самых отдаленных уголках области. Теперь жителям региона доступен высокоскоростной спутниковый интернет. Компания «РТКОМ» объявляет официальный старт подключения и продаж высокоскоростного спутникового интернета «Сенсат» на территории Самарской области. Услуга предоставляется на скорости до 45 мегабит в секунду по стоимости от 670 рублей в месяц. Современная антенна, телефон и мобильное приложение – все, что потребуется, чтобы подключиться ко всемирной паутине. Оборудование можно собрать самостоятельно или с помощью специалиста. Для подключения антенны понадобится ноутбук, компьютер, ключ на 13 и мобильный телефон с приложением. Оно позволяет примерно представлять, где находится спутник, для того, чтобы навести антенну четко на этот спутник. Покупать сразу не обязательно, оборудование можно взять в аренду. Для удобства клиентов компания разработала несколько тарифов. Узнать подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от Сенсат можно на сайте. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, «События».